Здравствуйте, это Анапа. Сегодня 25 октября 2015 года. Я вот после службы в Ануфриевском храме вышел на набережную. Хочу вот сейчас спуститься туда вот и пройти бережку до своего дома. Вот я пойду. Так вот. Так. Вот там Анапка впадает. И там вот я выйду уже на дорожку в детский парк и пойду домой. Что-то уже желтое, что-то еще зеленое. Ну, погода хорошая. Я думаю, градусов, наверное, 10, солнышко. Я думал, будет дождь. Вот. Ну, дождя никакого нету. Вот, в общем-то, все хорошо. Поэтому погода такая, что можно спокойно гулять. Море сегодня спокойное. Все достаточно. Копанные газоны. Тут появятся новые цветочки, я думаю. Ладно, пойду спущусь туда вниз. Ну, вот так вот берегом моря я сейчас пойду домой. Кстати, надо засечь, сколько я буду домой идти. Сейчас 10:57. Вот оттуда я пришел, спустился, вот где паруса видны алые. Море плещется. Люди ракушки собирают. Это был вход на центральный пляж с улицы Гребенской. Так называемые Гребенские ворота. Ну а я иду дальше к Анапке. Люди гуляют с колясками, детей прогуливают. Про травку рассказывают. Вода чистая. Велосипедист поехал. По мостику. Ну, люди приезжают на велосипедах сюда.
на рыбалку. Ну, собственно, я уже дошел до Анапки. Сейчас пойду в сторону детского парка. И шел я, сейчас скажу, до сюда. Так, сейчас 11 часов 11 минут. Ну, примерно 10-13 минут от набережной. Так. Ну, я сейчас вот стою, тут задержался. Фотографировал женщин. Они попросили, сняли пальто и говорят, что сейчас плюс 19 градусов, и вот им надо запечатлеться на фоне моря. Я запечатлел. Ну, а сам я тоже хочу запечатлеть себя. Я сказал, что я сегодня в берцах. Вот. И как Жириновский мечтал омыть сапоги русского солдата в Индийском океане, я хочу свои берцы омыть в Черном море, так скажем. Они еще Черного моря не видели. В общем, в принципе, температура такая, что вполне можно даже, я думаю, и загорать. Давайте, омывайтесь в Черном море. Молоденькая травка полезла, а потом все тут будет очень зеленое.